Всем добрый день. Я поехала в город. Сейчас должна подруга приехать. Она меня просила заказать ей корм для кота. И я его заказала. Сейчас приедет и поедем заберем его. Смотрите, ребята, как нашинковалась капуста. Для супа удобно, в принципе. Но все равно крупновато. Все испытываю, вообще резку, но по-разному. Дай мне туда приплю. Да вон сюда в стол положи. А я ее разрезала, видишь? А что ты хочешь? И вон здесь тоже зеркало, понимаешь? У нас в комнате. Мама варит. Не варит. Суп. Это суп варит. Суп. Варит. Я знаю, что ты не хочешь. А, ты звук можешь. Полосни, пожалуйста, я сразу еще куплю. Пока. Доделай ему чай, пожалуйста. Там вот чайники в железном кипятке, вода есть, уже я запарила. Окей. Ты что, чего не любишь, да? Нет. Ваня, не бей меня. Ване нельзя баловаться. Нельзя. Что ты это пишешь, не убираешь? Это у нас была деревянная дощечка, а нет, ее найти во-первых. Она упала на летней кухне.
смотрим. Это же ты синяя. Нет, на нее горячее не поставишь. Ты синяя. Света, принеси, пожалуйста, мою кружку. Света пропылесосила в коридоре. И сейчас с Ваней сидит дальше. Пока я готовлю кушать. Спасибо, дочь. Сегодня хотели родственники Вани приехать. Сначала муж у нее приехал, хотел затопить, потому что у меня муж на работе, я не топлю обычно сама баня. Он приехал, я говорю, вы могли позвонить вообще? У меня тут дети друг за дружкой, все температурят, а вы едете. В оконцовке позвонила срочно бегом Наташа. Я говорю, Наташа, даже не вздумайте ехать, потому что у меня сначала Ваня температурил, потом Оксана, потом Марина. А сегодня у меня Катя с температурой. Я устала. Это вообще какой-то кошмар. Вот и получается, что на сегодняшний день у меня уже еще и Катя затемпературила. У нее 39,1, 39,2, все так и держится. Очень надеюсь, что быстро все пройдет и нормально будет все. Тяжко. Устаешь. То, что не спишь путем. Но я сегодня днем легла и поспала. Я, наверное, больше часа, да, наверное, спала. Угу. Какую конфетку ешь? Мам! Шипучую эту. Мам! Ау! Там кусти. Какие кусти? Папушка. А, все понятно. Ой, ты чудо перышко. Я поставила стирку. Не я, сын поставил старший, ему надо постирать этот. Света, подними рулонные шторы, кто-то бросил их. Егор так их и не убрал. Желтый вон в коробочке лежащий. А Ваня откроет и просыпет. Рулонные шторы покупала с Соликамск. Мужу прошу прикрутить, но ему же некогда прикрутить. А мам, тебе Света сделала уже, налила, иди пей. Сейчас тоже кофе себе сделаю. А кофе попить. Сейчас будешь. Ванечка, не балуйся, пожалуйста, не дай бог упадешь. Вот что за ребенок такой вредный, балуется на кухне. Вот не люблю, когда на кухне балуетесь вы. Мама вас за это постоянно ругает. На, в что-то вот это вот какао пересыпать, потому что его уже роняют. Вообще. Это я в Соликамске какао покупала. Какао-напиток. Ой, вам там вообще ничего не видно, да? Ну, вот такой вот какао-напиток брала им. А сегодня Катя, да, доставала, просыпала. Хочу кофе попить, кофе. Как аристократы. Кофе мне, сэр, кофе. Вот и я так же говорю, кофе мне надо попить. Я знаю, что нам лучше нельзя, ребят. Не пишите мне это, я знаю. Дай Кате градусник перемерить температуру, она лекарство выпила, уже как раз час прошло. Так что вот такие вот, друзья, у нас дела. Ничего хорошего. Ну, уже у меня только получается одна Катя теперь температура. У Вани один день была всего температура, ну, ночь. На следующий день она у него спала. У Марины день, ночь, день была. Тоже спала. Вместе с Оксаной у них одинаково почти было. У них уже нету. Сегодня вот только чисто Катя у меня. Вот так вот. И что интересно, у них вообще ничего не болит, понимаете? Вообще. У них ни кашля нет, у них все нормально. Может быть, от жары, все возможно. Да, мне кто-то писал с подписчиков, Настя, может быть, из-за жары так температура. Но, ребят, ну не 39 же из-за жары. Не знаю, посмотрим, понаблюдаю за ребятишками, посмотрим, что будет. Так, зажарку надо поставить. Да не пищи ты, я уже тебя включила.
обычно в маленькую правильно пишут лопатку. Удобнее, чем вешать. Мама! Ау! А папа? Все, иди, пожалуйста, играй. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня вечер. Говорю, продолжаю суп с капустой. Сейчас вам, кстати, покажу. Вот он скажет, опять все болтает, а ничего не показывает. Сейчас покажу. Тут нарезала укроп для супа. Вот у меня суп, мясо еще надо нарезать. И морковку пережариваю. Готовим дальше, продолжаем суп. Что у Кати? 39,5. Так, сейчас. Короче говоря, давала Кате... Ну, нурофен, он ей не помог. Сейчас дала ей парацетамол. Будем надеяться, что поможет. Ай, устала я уже от температурщиков. Все, зажарка готова уже, по сути. Сейчас вот отстоялась, тут хорошо, и эту пенку тут убирать хорошо. Дорогие друзья, суп доваривается. Вот такой вот у меня был вечер на кухне, назову так прям видео. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю крепкого здоровья, берегите себя. Всем пока-пока.